Михайлов, Владимир Беседин, Алексей Борисюк. Браво, браво, браво! Спасибо, Леша, спасибо, Володя. Ну что же, мы продолжаем вас радовать, удивлять и дарить вам сюрпризы. И сейчас я с огромным удовольствием на этот лед приглашу пару, которая, каждое выступление которой — это настоящий спектакль, это настоящая история, это настоящая история о любви. Встречайте, на этом льду для вас. Многократные призеры чемпионатов Европы, многократные призеры чемпионатов мира, многократные чемпионы Литвы, Маргарита Дробязко, Повелос Ванагас. Спасибо, Борис, спасибо, Борис, я попрошу вас не уходить от имени всей команды.
команды и от своего имени, конечно, мы благодарим нашего давнего и постоянного партнера марку бытовой техники «Витек». «Витек» создает современную надежную бытовую технику с функциями, поддерживающими здоровый образ жизни. «Витек» – здоровый взгляд на технику. Спрашивайте технику «Витек» в магазинах вашего города. И мне очень хотелось, чтобы Боролос вместе с Ритой подарили кому-нибудь из зрителей вот этот замечательный чайник от компании «Витек». Пожалуйста, Боролос, пожалуйста, Рита. Добрый вечер, Самара! Спасибо вам, дорогие, за теплый прием. Мы катаемся здесь на этом шоу, действительно вам благодарны. Но когда мы ходим кататься, и вы так хлопаете, так реагируете, то у нас получается совсем другая картина. Ну а теперь розыгрыш. Витек. Вот этот чайник достанется какому-то счастливцу или какой-то счастливице, да. Так, у нас здесь, смотрю, где-то 10 секторов. Маргарита, называй какой-нибудь сектор. Вот за рекламой «Витек» сидит маленькая девочка, которая тянет ручку в розовой кофте. Молодец. Девушка зовут Диана. Вы говорите, чай все дома? Спасибо вам. Спасибо большое, Рита, спасибо, Койлос. И, конечно, спасибо компании «Витек». Ну что же, мы продолжаем. Если вы помните, на проекте «Лед и пламень» участники выступали не только на льду, но и на танцполе. И сегодня здесь для вас все по-настоящему. Вы заметили, у нас рояль в кустах. У нас есть не только лед, у нас есть танцпол. И я с огромным удовольствием приглашу на этот танцпол пару, которая стала серебряным призером проекта «Лед и пламень». Она еще учится в школе, но уже завоевала таких высот своим обаянием, своим талантом. Встречайте, на танцполе актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, ее партнер.